спел нам эти замечательные песни. Обожаю этого парня. Так, ну, я, наверное, не новичок, я любитель, так как я раньше играл в такие игры. И тут же мне предлагают играть с помощью двух кнопок. Либо с помощью... Сейчас я попробую прицениться, как мне будет удобнее. Пасвир. Нет, ну это бред. Вот так всегда было вроде. Рывок РТ. С детства за Нью-Йорк Ред Буллс, Бока Хуниорс. Даже не знаю, с детства за Барселону. Выберу против Барселоны какой-нибудь параш, типа Нью-Йорк Ред Буллс, так как тут только такие есть команды. Так, быстрый матч. Что-то вообще не слышно, нихуя сейчас надо погромче сделать. Не давайте мяч сопернику, контролируя его в полузащите. Блять, вообще ничего не слыхать, что со звуком в этой игре. Где музяка, электронщина? Теперь, наверное, громко. Или хуй его знает. Может, не громко. Система первого касания теперь работает это проблема. Понятно все. Очередное нововведение для галочки. Типа, теперь наш мяч касается ноги с отскоком в 360 градусов. Типа, нам лень делать новый движок, нормальную графику и геймплей не скриптованный. Так что, блядь, будьте довольны тем, что теперь футболисты отлетают друг от друга, как будто они мешки с говном. Ну где там несчастный Red Bulls? Ну, представим, что Алания. У Red Bulls, конечно, форма просто охуенная. Очевидно, что я делал какой-то дальтоник, блять, объебанный Red Bull. Итак, что можно сказать? Я, видимо, немножко ошибся, потому что как минимум двух футболистов Нью-Йорк Red Bulls я знаю. Это Тьерри Анри и Тим Кейхилл. Возможно, я еще догадываюсь, что там за... Нет, вряд ли. Ну, футболистов Барселоны я, пожалуй, знаю всех. Пожалуй, даже поменяю нескольких руководство командой. Например, мне не нравится Виктор Вальдес. По-моему, это говно, а не вратарь. А Филай еще числится в Барсе вот этот поворот. Поставлю пинту. Ладно, короче, пора гамзать. Заценить, так сказать, что изменилось. Ну, тут, как мы видим, пока что ничего не изменилось. Как были всякие эти каловые обучалки, так они и остались. Что касается контроля игрока, ну, тоже примерно все так же, как и было. Не заметила я какого-то революционного новшества. Вообще, самая жопа, да, в фифке это... Я вообще, блядь, наглый, смотрите, мне похуй, я и так почти все пробежал по прямой. Да, так вот, самая говёная фифка в последней, на мой взгляд, это система отбора в защите. Она вроде как, они пытались со старых псов, что ли, слезать, но вышло так, что игроки постоянно пролетают, чтобы их контролить надо, блядь, чтобы их контролить правильно надо было... скажем так, к извращениям каким-то прибегать, типа включать вообще другого защитника, не того, который тебе нужен, и чтобы комп сам отбирал, еще хер знает что. Короче, это полная шляпа, мне что-то стик не работает. Что вообще, блядь, происходит? Стик. Все. Почему-то у меня только крестовина работает на геймпаде, не знаю, стик не хочет. Может быть, другой стик, но тогда это провал, потому что он у меня неудобно сделан. Ну, вообще для симуляторов, как мне кажется, больше подходит. У меня Rumble Pad говёный для именно футбола. Он хорош для, я не знаю, там, Mortal Kombat и еще какой-нибудь хуйни. Для футбола он не подходит. Для футбола лучше намного этот... Xbox-овский контроллер, там стик передвижения удобнее сделан. Нихуя себе.
Ну и еще я так смотрел какие-то пресс-релизы, точнее случайно натыкался по телеку в какой-то передаче дурацкой про компьютерные игры, которая идет, блядь, в 25 часов ночи. Там было сказано, что впервые в FIFA будут охуительные зрители на трибунах, то есть будет фантастика и революция. Если раньше мы смотрели на двухмерных болванов, то теперь типа все это в прошлом. Теперь просто потрясающие, потрясающие трехмерные зрители, у которых полигонов чуть ли не больше, чем у Месси. Но мы видим, что это полнейший пиздеж зрители, точно такие же, как были в FIFA 2003. Отличный, блядь, удар от Неймара. Такая, наверное, моя прическа петуха не заслуживает того, чтобы я сильно бил и портил ее. Просто скину мяч в руки вратарю. Хотя, конечно, это я сам виноват. Ну, бля, в разрез дать. Ну, вот как раз это проблема того, что я не со стика играю. Тут как бы нормального контроля добиться невозможно. И в защите я вообще не понимаю. Вот, начиная где-то две фифы назад, я как перестал понимать, как играть правильно в обороне, так и не понял. Знаю, что у Вилата такая же проблема. Передаю ему привет, пользуясь случаем. Ну, пиздец. Давайте посмотрим на все эти радости. Еще 15 минут. Я помню охуенный способ троллить людей, которые с тобой играют на FIFA. Это не скипать повтор, чтобы они психовали, долбили по старту, вызывая меню как дебилы. Ну ладно, вы, конечно, таким не занимаетесь никогда. Это для конченых. Мы же не конченые, правильно? Пенальти, ёпты. Он же не в мяч сыграл, толкнул меня в корпус. Стопроцентный, 11-метровый, зажал судья. Ну и, конечно, великолепный прыжок вратаря, который не меняется, анимация вратарского прыжка. Из скриптованных ударов уже, наверное, 50 лет. Зато теперь более лучше сделаны операторы, которые стоят рядом с полем. Ну, короче, блин, та же самая параша, что и год назад. Вообще ничего не изменилось. Говна кусок полнейший. Я не знаю, что там все будет, наверное, тоже говно. Вообще не вижу смысла ни рубля тратить на этот поебень. Естественно, с выходом полной версии вообще ничего не изменится. Как будет вот эта параша уже который год, так она и останется. Я не знаю, EA Sports вообще обнаглели. Я знаю, что школьники со мной не согласятся. Я сам когда-то был лютым фанбоем FIFA. И им кажется, что вот это... Я не знаю, может кто-то начал играть там 3 фифы назад, и им кажется, что все охуенно. Но реально, я вообще не вижу отличий. Ну, чуть-чуть графика там лучше становится с каждым выпуском. Там еще что-то. Пару финтов добавляют, блядь. Анимации там. Еще какое-то говно подрисовывают. Но геймплей не меняется уже, я не знаю, с 2003, наверное, FIFA, серьезно. То же самое говно заскриптованное. Ну, не знаю. В общем, мое фанбойство относительно FIFA кончилось где-то году в 2004. До этого я играл во все части постоянно. После этого играл больше в PES, но PES тоже скатился в парашную аркаду. А я всегда мечтал, что, ну, блин, я начинал играть в футбольные симуляторы, чуть ли не в FIFA 94 еще по MS-DOS. И когда была Road to World Cup 98, мне казалось, что вот он, идеал. Но сейчас она, конечно, выглядит просто пиздец наивно и убого. А тогда казалось, что дальше футбольные симуляторы будут развиваться. Если бы мне тогда сказали, что через 17 лет ничего по большому счету не изменится, как была параша, так и осталась, я бы с еще большим упоением начал бы играть в футбольные менеджеры, чем я и занимаюсь. Ну, пиздец, интересно, конечно. Вообще ничего не изменилось за год. Совершенно. И выглядеть это на реальный футбол не стало ни капли... Не стало ни капли выглядеть... Блять! У меня уже язык заплетается с 7 утра. Чувствую себя каким-то VJ-линком, который 24-стрим-часовой завел, у которого уже мозги вытекли из задницы. Да чё же неинтересно. Вот я провел FIFA 2013, по-моему, полсезона за Динамо.
И так мне скучно стало, я больше ее вообще никогда не запускал ни разу, хотя она у меня куплена была в Origin и все такое. Я даже в FIFA, ой, в PES, который реально тоже полное говно, и то больше играл там, хоть, я не знаю, нормально реализован, более-менее, ну, на один вечер, Become a Legend, не знаю, хотя бы голы разные случаются, вау, потому что скриптов поменьше. Тут даже не знаю, что и сказать. Зато мяч отскакивает теперь в одно касание. По-моему, это так и было и в прошлой версии. Пофигу, ничего не изменилось. Как отскакивал мяч, так и отскакивает. Кто это заметит, кто-то стики задрачивает месяцами. Да профессиональные геймеры, у них там вообще своя система игры, особенно в такие вот игры, как FIFA. Найдут какую-нибудь фишку, как быстро поле проходить, какую-нибудь тактику невменяемую, типа 2-3-4 и давай катать. И если уж говорить о системе ведения мяча, то он как прилепленный был, так и остался. Абсолютно ничего не изменилось. В общем, Нью-Йорк забил единственным ударом в створ и молодцы. Сыграю еще один, чтобы убедиться в своих словах. Тем более матч быстрый, слава богу. Возьмем, допустим, не знаю, Боруссию. Она мне симпатична против Баварии нету. Ну вот против Барса. И сыграю. Посмотрим, как комп играет за сильный. Как он меня сейчас порвет в одну калитку. Заодно, может быть, какой-нибудь армянин мне денег закинет на обмань кошелек. Все-таки Мхитарян вся хуйня. Угу. Так, а чё, это поменялось, что ли? Раньше вот перекидочка вот так вот делалась. А, все, да. Ладно, все. Самое интересное, то, что есть просто в этой игре, это всякие задания перед матчами, как в прошлой части. Попробую сейчас вспомнить, как там защитой правильно управлять. Типа включаешь какого-нибудь хуя, который вообще ни к эпизоду, ни к селу, ни к городу, и зажимаешь какую-то кнопку. Нет, не получилось. Ну ладно, похуй. Меня просто друг знакомый учил, и я понял, что это не для меня игра. Мне нравится, когда я все сам контролирую. Но тут, если пытаться каждого защитника включать, у него там по 4 клавиши на каждом, все это надо просчитывать. Типа, правильно подходить. И скорее всего просто игрок, у которого скилл больше, он мимо пробежит и похуй, мороз там как-то встал, попытался заблокировать его и так далее. Ну, естественно, задроты FIFA по-другому считают. А им каждый год одна и та же игра очень нравится. И все нововведения им очень нравятся. И скорее всего им вообще главное, чтобы можно было за Месси мячик погонять. Пиздец нам. Автопасы, конечно, просто охуительные. Давайте все в атаку играйте, не хочу. Спартаковские стеночки. С невозможностью отдать точный пас на 2 метра. Гол оборону. Блин, и ну, столько лет прошло, но что меня больше всего бесит, я как любитель всяких эффектных вратарских сейвов, вот этот сгорбленный вратарь, который уже 50, наверное, частей одинаково выглядит, одинаково стоит в воротах, одинаково прыгает за мячом. Ну, сколько можно? Ну, потом расскажешь, что через год будет новый движок, когда, типа, выйдут Next Gen консоли, вот на них, типа, мы покажем, класс, выйдет та же самая игра, просто текстурки получше сделают. Пиздец.
пиздец. Судья вообще что ли пидорас, сзади же по ногам. В общем, Барселона наказывает за любые попытки играть во что-нибудь кроме автобуса, поэтому попробуйте, отберите. ...2013 год. Нет, вот серьезно, кто не сказал бы мне в 98-м, что вот так вот будет. Я думал, к этому моменту уже реально чуть ли не супер реалистичный футбол будет. Хотя бы выглядеть внешне будет потрясающе. На что в итоге? Какие-то куклы бегают. Самые убогие футболисты, которых я помню вот в серии FIFA, были в 2000 году. Там вообще усаться, если, ну вот, кто, наверное, многие вообще родились в 2000-м, те, кто сейчас сидят, и кого еще мамка не погнала спать, вы можете посмотреть, там были какие-то адовые дистрофаны из Освенцима, это реально было очень смешно. Вот. И все, что я смог вспомнить по этому поводу. Вообще, если так вспоминать старые серии, я даже, ну, старые выпуски, я могу даже свое отношение к каждой более-менее в два слова. Офсайд же был, но... Вот, вот, только что, видимо, и было вот это самое главное множество с отскоком мяча от игроков. 98-я, конечно, была крута безмерно. Road to World Cup и обычный World Cup. 98 тоже был неплох, там пара нововведений, да, акселератор прикрутили 3D, чтобы можно было юзать, чтобы графон был посимпатичнее. Там еще были олдовые формы у вратарей, такие как у качков, как будто бицуха нарисована. А потом 99-й меня просто поразило после жизнерадостной 98-й своим серым интерфейсом, он был такой серый, что это просто пиздец, на меня какую-то тоску навевал постоянно. Блять. И потом 2000-е, как я уже сказал, были дистрофаны, но мне там впервые был типа повтор гола из ворот как бы. И это было очень крутое. Я каждый раз забивал, когда ждал, что будет именно этот вид повтора выбран рандомом. 2001-й впервые ввели шкалу силы удара, и там была 100% практически гол через себя, если ты навешивал на игрока, он бил. Но в сети люди, я уже тогда начал играть по сети, участвовал в чемпионатах, в сети люди нашли, как бороться с этим. Как раз вот в первый раз такой в FIFA встречался, что не надо было включать защитника, который стоял рядом с тем, на кого вешали. То есть просто компьютер снимал этот мяч с удара через себя. В 2002 самая действенная тактика была это игроком со скоростью 7 обводить всех и на все насрать. Но там впервые была скорость паса введена. Так что это тоже была новаторская херня. FIFA World Cup 2002 были суперудары адские, которые можно было клепать с центра поля. И вообще это была веселая хрень. Видимо, сделанная под воздействием фильма «Шаолиньский футбол» и легких наркотиков. Но мне нравилось. Что касается дальнейших игр серии, то они все были вот такими, только графика была похуже. И все. На 2003-м... Нет, 2003-м мне еще нравилось более-менее. Там был самый сильный футболист игры был Руслан Пименов. У него рейтинг был чуть ли не 99. А следующие все стали одинаковыми абсолютно. Ну и, естественно, Slow Gen'а PlayStation 2-шного перешли на Next Gen на компах совсем недавно, но... Я бы не сказал, что тут такая уж бешеная разница. Ну, покрасивее, но не более того. То же самое говно вообще. Геймплей ничего не изменился. Как я уже неоднократно сказал во время этого видео. Во время этого стрима, точнее. А то потом нарежут. Скажут, что это обзор какой-нибудь. Хотя я просто стримую под пивом. Хуй знает во сколько. Вот отдай сейчас на ход грамотно. Да хуй там. Ну, ладно. Ничего не поделаешь. Интереснейшая игра подошла к концу. Посмотрим на опасные моменты. Человек залетел в ворота.
Человек обработал мяч себе в ебло. И блестящий удар в стиле Романа Павлюченко, во время которого... Не знаю, кто это бил, но он сломал себе ногу, очевидно. И, ну, 64% мячом владения против Барселоны. Разве это не круто? Так, что-то хочется гол забить, на самом деле. А, вот, ну, вот сейчас забью. Так. Угу. Понятно. Как бить пенальти, я тоже не помню. И как прыгать за ними, я тоже не помню. Все вспомнил, и мой вратарь провалился в штангу, но это не помешало ему в блестящем стиле отбить. Кажись, вспоминаю, как бить, но придется еще один раз. Давай, давай, Фабрегас. Я знал. Я знал, я чувствовал. Нет. Что-то не сложилось. По-моему, немного отводить стик надо и левый. И чуть пробивать, как бы, значит, не получается у меня. В общем, охуенно то, что они компьютер всегда бьет в разные стороны, как и практически в большинстве всех предыдущих частей. Но сейчас я просто обязан попасть куда-нибудь хотя бы, кроме центра. Отлично. Чувак, блядь, любит кататься на заднице. Странно, что он не на санках был. И опять в правой месте. Давай. Давай, давай, давай. Оп. Нет, по центру. Месси самый хитрый. Он, наверное, тоже гном. Такой... Типа, ай, не умею бить, просто по центру пну. У меня второй раз это не сработало, и джойстик задрожал. Сейчас можно его прям себе между ног засунуть и... Давай, 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 Неста. Оп. Бедняжка, не убейся. Все будет хорошо. Блять, а если так попробовать... Ну ладно, работает, и похуй. Хотя я хотел в угол. Это как-то нагляднее во время обучения было и во время челленджа с пенальти предыгрового. Но вот я забыл, как бить правильно. Пена, фифе. Да и похуй. Хави не забыл. Буду просто по центру бить, пока не повезет отбить, или пока вратарь не останется, не прыгнет. Вот это и случилось. Снова задрожал геймпад. Давай, пике. Заканчиваю это уже... Нифига он наебать решил. Блять, что-то Вальдес узнал явно. Давай, Пуэль, по центру, по центру, по центру, по центру. Решающий пенальти. Нет, ты вообще решил какую-то хуйню сделать. Скоро уже, наверное, и вратарь бить начнут. Да, Вальдес уже даже нет, самое не пытается. Дани Алвес. И все, конец. Великолепная была битва. Быстрый матч. Все-таки хочу я голешник-то хоть один положить и на этом закончить стримец. Неужели не получится у меня это? Давайте еще раз выберем. Нет, 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 бок, это слишком сильно. Этого я боюсь. Снова на американцев. В пидорской форме. Во, вот теперь я смогу понять, как бьются пенальти в этой игре. Ага. Ну что-то такое я и пытался сделать на самом деле. Вот такое у меня получалось даже.
Но если бы эту хреновину показывали во время исполнения, было бы намного лучше, я так считаю. Было бы проще, но и лучше, с другой стороны. Когда хер просышь, куда что улетит, это как-то не очень удобно. Мне вообще нравились, когда вот в старых фифах были стрелочки во время исполнения стандартов. Все в атаку. Сыграем в атакующий футбол с блестящими передачами на 2 метра в аут. Кстати, параметры игры надо посмотреть. Помощь в пасах, помощь в стиле передач. Странно. А, бля, вот эту хуйню я выключу, короче, и буду как король сейчас. Неохота мне морочиться. Вот о чем я говорил. То, что мне не нравится. Ну-ка. Дай финтюлю какую-нибудь, ёпт. Блестяще. Жалко, что Тьерри Анри уехал в Америку. Я посмотрел на него в каком-нибудь европейском клубе. Блять, это что за говно? Я хотел просто вырезать чуть левее на Иньесту и все. Ну, пиздец, управление. Я просто охуеваю с него. Может, это из-за помощи, которая вообще ни хера не соображает. Но мне вообще-то стик не хочет нормально работать. Отлично. Просто, блядь, блестящий аут. А еще я в FIFA, раз она все равно аркадная и тупая, финты бы сделал как FIFA Street, чтобы они легко делались, вот бы весело было. Ну или хотя бы возможность так включить. Почему нет? Подводя итог потихонечку. Хоть это и демо-версия, но практика показывает, что в случае с футбольными симуляторами с 99,9 вообще всегда 100% случаев, точнее, демо-версии и финальный продукт не отличаются ровно ничем. Для чего можно купить эту игру? Ну, ради новых составов, чтобы с друзьями погонять. Типа с новыми составами. Если у вас есть приставка, либо вы часто собираетесь за компом, у вас есть клавиатура и геймпад, и настроение их настроить, то вы можете играть вдвоем и втроем, собираясь просто. Я помню, вот в старые времена была FIFA, которую на мышке можно было играть, как раз 98-я. Даже тогда мы старались играть за одним компом. И было весело. Так что, в принципе, я думаю, что и до сих пор это довольно нормально. Но если вы останетесь на предыдущей FIFA, вы ничего не потеряете. Всем остальным можно смело ждать, пока не выйдет, наконец, Next Gen натуральный. Какой-нибудь с новым геймплеем. Хотя ничего не изменится, я в этом абсолютно уверен. Деньги тратить точно не стоит. Скачайте с торрента. Этого будет достаточно. Ну все. Ласки, секс. Посреди негров. То, что я люблю. Мужчины в шортах. Как же меня еще всегда жопа взрывалась. У меня друг... Ну, мы играли за русские команды всегда обычно. И типа... ну, FIFA на Xbox. И у нас правило, что если ты проигрываешь командой, то она вылетает. Ну, то есть ее больше пикать нельзя, как бы. И так пока последняя не останется. В конце там уже доходит до того, что играет там Амкар с говном, с каким-то... Типа... Ну, пофигу. Вы поняли, о чем я сейчас говорю. И... как же у меня жопу рвало, когда он с Зенит меня выбил, наверное, в 9 раз подряд, 9 разных клубов, просто из-за того, что там Бруно Алвес в обороне, и он на
всех угловых просто забивал. Я ничего с этим не мог сделать. Игрок-то так себе в реальности, а в игре за счет башки просто зажигал. Черт знает как. Поплавнее немного, может, движения стали реально, вот так, если оценивать. Вот. Но это даже на глаз невозможно определить. И читаешь, как бы, рецензии на всяких задротских сайтах, посвященных FIFA, и там народ реально доволен. Но чем он доволен? Вообще не могу понять. Что изменилось-то? Может, я просто не настолько глубоко углубляюсь там или еще что-то в тему. Может, реально, если много задрачивать, то вылезут какие-то дополнительные достоинства и отличия. Ну, по-моему, та же самая абсолютно игра. Вообще. Не-не-не-не, оставь у него... Блять. Я бы оставил с радостью, чтобы он продолжал играть, лишь бы не этот штрафной, который еще отнимет у меня несколько минут моей жизни. Бесполезный. Но она... Завтра станет снова клевый, потому что я вернусь к обзорам. Вот эта игра меня окончательно добила. Я больше не буду стримить никогда, чтобы, не дай бог, не пришлось играть в FIFA. И причем у компьютерного футбола столько быдло поклонников. Да я и сам таким был, пока окончательно не разочаровался в этой параше. Но это с возрастом приходит. То есть понимание того, что футбольные симуляторы... говно, ну, раньше хотя бы PES не был говном, теперь-то оба говно. Ну, это реально приходит с возрастом. Когда тебе там 15-16 лет, и возможность поиграть за команду, за которую ты глоришь, там, она дорогого стоит, и все эти формы, прочее, говно, новые составы, ну, народ тут на это дрочит, на геймплей не обращает внимания, либо обращает, но не придает должного значения. Обертка цветастая. Но, не знаю, мне уже в последнее время даже менеджер подзаебал. Вот 13-й FM — это первый FM, в который я играл реально мало. Не потому что тема надоела, а сделали не очень неудачную, на мой взгляд. Но эти мысли я уже излагал в на канале «Играем в FM». Ну-ка. Ну, а как же там обработка, которая теперь зависит от скилла? Давай. Да хуй там, Вальдес обрабатывает, как Марадонна. Сейчас игрок, который по центру бежал. Ну, такая анимация бега. Ну, посмотрите на эту анимацию бега. У игроков, которые без мяча в 2013 году. Это провал, я считаю. Может, я что-то не понимаю, конечно. Блять, хотел красиво забить. Под конец вам порадовать, так сказать, вас. Еще это Вальдесу желтое за что? Что, блять, произошло? Хотя нет, там было написано, что каком-то холь. Ладно, пофигу. Игра закончилась. Поздравляю вас всех с этим. Стрим тоже подходит к концу. Выключите этот бред. Надеюсь, что я сэкономил кому-нибудь деньги на покупке этой параши, поиграв в демку. Ну, они хотя бы выпускают демки, с другой стороны. И... мы можем оценить, стоит ли вкладывать деньги. Я еще PES посмотрю потом. Может, он в этом году будет неплохой. Но в PES обычно можно хотя бы позалипать. В это говно вообще не стоит. Так, прочекаем кошелек. Может, кто-нибудь что-нибудь прислал. Да, 200 рублей. Было бы тебе интересно поучаствовать в разработке своей игры. Или релизить от своего имени. Нет, конечно. Что за бред? Дурацкий какой-то вопрос. Своя игра. Мечтать о разработке своей игры я перестал в 11, как и любой другой человек должен закончить мечтать, если он не стал программистом, естественно. И это его работа. Еще раз привет, Мэтт. Скажи, поедешь ли ты на Игромир? Да, может быть, и поеду. Может быть,
и поеду. История отечественной журналистики. Да, это дикий кал вообще, просто бред, блядь. Какую там газету издавал Антон Павлович Чехов, а ну-ка. Еще 50 рублей ответ. Протестируйте. Да, так вот, на Игромир я, наверное, поеду. Почему бы не поехать? Там будет много интересных людей. Сниму какой-нибудь говёный репортаж, который никто не будет смотреть, потому что всем вообще насрать на репортажи с Игромира. В общем, друзья, уже 6 часов утра, скоро пора спать. Я люблю вас, целую, крепко очень обнимаю, ласкаю и все такое. Спасибо за то, что были со мной все это время. Давайте какую-нибудь реально классную, хорошую песню выберу вам, чтобы под нее хорошо спалось. Что-нибудь такое прям, чтобы за душу брало. Что-нибудь такое пробирающее просто до мурашек. Чтобы реально вот сердце замирало и мурашки бежали по коже от мелодии. До свидания.